Всем привет! Это канал Сандерина 1. Добро пожаловать! Сегодня мы выполним вместе с тобой силовую тренировку без прыжков и без повторений. Для этой тренировки я приготовила для себя коврик и две гантели по 10 килограмм. Ребят, это мой вес. Вы выбираете тот вес, чтобы правильно себя нагрузить и не навредив технике. То есть наша задача на этих тренировках дать себе пользу, не навредя здоровью. Хорошо? Мы начинаем нашу тренировку с разминки, ставим стопы на ширине таза, кисти рук идут на пояс, и мы начинаем нашу разминку с поворотов головы вправо-влево и затем вперед-назад по два раза. Одно круговое движение головой в одну сторону. Это должно быть мягко, аккуратно. Через центр мы меняем направление движения. Никуда не торопитесь и дайте вашей голове склониться то вправо, то влево, то отклониться назад. Круговые движения плечиками вперед. Хорошая амплитуда. Стану сбоку. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 и в обратную сторону 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Парные махи вертикальные, вертикального характера, затем горизонтальное сделаем с разворотом 7, 8, 9, 10. Два удара назад, раскрыться влево, либо вправо. Два удара назад, поменять сторону. Раз, два, раскрыться. Раз, два, раскрыться. Еще. Еще по два раза. Ага, заключительный. Есть. Круговые движения корпусом. Таз остается на месте, мы крутим только корпусом. Вот, 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 вот. Хорошо. Здорово, 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 здорово. И в обратную сторону через центр также мы меняем направление движения. Хорошо, еще два. Один, два. Наша задача теперь корпус оставить в этом же положении и двигать только тазом. Только старайтесь делать больше, больше, больше круги. То есть круги как можно больше. Не экономьте на амплитуде. Остановились, поменяли направление движения в обратную сторону. Угу, умнички. Это сделали. Мы сейчас подбираем одну ногу. Допустим, я остаюсь на правой ноге, подбираю левую ногу, ухожу в ласточку и вытягиваю руку опорной ноги вперед. Поменяем сторону. Это два. Нам нужно выполнить 10 повторений. Здесь задача поймать баланс, поэтому все сейчас дружненько смотрим в одну точку. Важно не просто схватиться за ногу и склонить тело, но и, обратите, пожалуйста, внимание на экран, поднять бедро, чтобы раскрыть здесь бедро, раскрыть тазобедренный сустав, бедро выпрямить и натянуть подвздошно-поясничную мышцу, которая зачастую у людей с сидячим образом жизни она сокращена. Еще давайте. Это 7. Опа, нехорошее повторение, переделаю, я прошу прощения. 8, два раза осталось. 9, еще один. 10. Мы ставим стопы на ширине таза. Руки идут на пояс и делаем 10 наклонов через тазобедренный сустав. Здесь мы растягиваем заднюю поверхность бедра. 4. 5. Моя спина идеально ровная. 6. 7. Все удлинение осуществляется за счет задних ног. 8. 9. И заключительный 10. Круговые движения в голеностопе. Сначала мы делаем в одну сторону, подключим и кисти. В обратную сторону, другая ножка, кисти во внутреннюю сторону, либо во внешнюю.
Хорошо, на этом наша сегодняшняя разминка подошла к концу. Мы начинаем тренировку. Сегодня мы будем работать по таймеру. 40 секунд работаем, 20 секунд отдыхаем. Всего упражнений будут 30, и все они будут разными. После каждых 10 упражнений мы будем отдыхать 1 минуту, чтобы восстановить дыхание и настроиться на дальнейшую работу. Окей? Итак, я запускаю таймер. Первое упражнение у нас jumping jack, то есть будет без прыжков. Поэтому мы будем отводить одну ногу в сторону и просто поднимать руки над головой. Готовы? Начинаем. Это такое разогревающее упражнение, чтобы до конца размяться. 40 секунд, ножку в сторону, руки поднять над головой. Следующее упражнение у нас фронтальное приседание. Ты можешь делать обычное приседание, то есть это приседание, когда гантели располагаются внизу. Но мы будем делать фронтальное, мы не ищем легких путей. Во фронтальных приседаниях больше задействуются мышцы-стабилизаторы. Соответственно, теряется большее количество калорий, тело лучше прорабатывается, мышцы кора больше работают и включены в работу. Вот так. Все. Первое упражнение есть, осталось 29. Берем гантели. Один блин касается плеч, второй висит. Локти у меня подняты. Постановка ног на ширине плеч. Один. Ой, зачем я считаю? Я просто сейчас снимала марафон. Ешь, тренируйся, живи. Там некоторые тренировки на количество повторений. Я уже по привычке начинаю и тут считать. Я прошу прощения. Тренировки марафона «Ешь, тренируйся, живи» в закрытом доступе я их публиковать не буду. Поэтому, если вы хотите больше со мной тренировок, тренировки по плану, по определенному на целый месяц, ты можешь перейти по ссылке, которая базируется в описании под этим видео, и ознакомиться. Следующее упражнение – отжимание. Поехали. От пола отжимаемся 40 секунд. Старайтесь спуститься максимально низко, чтобы грудная мышца растянулась. Но это напрямую зависит от размера вашей груди. Если это уверенная пятерочка, вряд ли вы сможете спускаться настолько низко, насколько нам бы этого хотелось. Хорошо, хорошо. Еще. Супер. Заключительные повторения. Отдыхаем. Следующее упражнение кайфовое. Да тут все кайфовые упражнения. Знаете почему? Потому что мы сделали и все. Их больше не будет. Это тяга гантелей на спину. Я напомню, плечо с лопаткой привелись на ровном локтевом суставе. Только затем мы сгибаем локтевой сустав и доводим движение. Тянем. Пресс у нас напрягается. Если у вас есть вариант куда-нибудь опереться, вот, допустим, вот такую вот историю, вы можете использовать. То есть вы немножко переносите вес тела на опору, и так легче выполнять тягу. Угу. Есть. Все, показала. В следующий раз я сделаю здесь. Потому что я не знаю, в каких вы условиях дома тренируетесь, а вдруг у этого места у вас нет, и вы думаете, ага, она там балдеет, да, на батарее. Шучу. Поехали. Сейчас мы делаем то же самое на левую сторону. Корпус не поднимается,
но имеет возможность в данной вариации тяги немножко ротироваться, то есть чуть-чуть поворачиваться, но чуть-чуть. Ключевое слово здесь. Это не должно быть вот такое вот. Пожалуйста, избавьте. Дальше продолжаем. Следующее упражнение у нас французский жим. Мы берем одну гантелю. За два блина можем расположиться на коленях. Я расположусь на голенях. Так, начинаем. Руки поднять, согнуть в локтевых суставах, разогнуть. Здесь вы можете использовать, если у вас есть под рукой маленький вес, например, 2 гантели по 3 килограмма, окей, допускается. Либо работать, как я, с одной тяжелой гантелью, взяв ее за 2 блина. Важно плечевую кость оставить вертикально. Мы ее не сгибаем, ой, не уводим ни вперед, ни назад. Она остается в этом положении. Разогнуть локоть нужно до конца. Угу. Хорошо. И все. Почувствовали задние руки? Вот здесь вот должно было заработать, загореться. Следующее упражнение у нас на ноги. Вы уже, наверное, видите на экране. Это румынская тяга. Мы с вами, помните, делали разминочное упражнение такого характера? Сейчас мы берем уже утяжеление. Привели лопаточки все вместе и оставили их вместе. Ой, как-то получилось слишком много раз снова вместе, вам не кажется? Наша задача сделать наклон через тазобедренный сустав, вводя таз назад. Фух. Хорошо. Таз назад. Выпрямиться. Таз назад. Выпрямиться. Отлично. Хорошо. И это мы с вами сделали. Мы сейчас ложимся на коверчик. Делаем упражнение на пресс. Скручивание. Руки идут за голову, на затылок. И медленно, 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 медленно мы выполняем скручивание на выдохе. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох и выдох, вдох, выдох. Еще. Вдох, вдох. Еще давайте. Никто раньше времени не отдыхает. Даже если ваш пресс забит. Хорошо? Сейчас мы выполняем с вами медвежье отжимание. Это то самое упражнение для плеч без использования какого-либо оборудования. Мы становимся в положении собакой мордой вниз, спускаемся и поднимаемся. Казалось бы, да? Проще прощего, но если ваши плечи пока не готовы для достаточной амплитуды, то есть для глубокой вариации, вы можете выполнять немножко согнули, разогнули руки. Когда вы делаете это упражнение, помните, что оно больше не повторится, даже если вы очень сильно этого захотите. Сегодня у нас тренировка такова. Без повторений. Фух. Есть. Следующее упражнение – это планка. Планка необычная, с подъемом ног. Попеременно отрываем одну ногу, ставим на место, отрываем вторую ногу, ставим на место. Поехали. Thank you.
Давайте, давайте, еще чуть-чуть осталось. Поехали, поехали. 10 секунд. Фу. Еще. 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 Фух, здорово. Есть. Я позволю себе нажать на паузу и сказать всем тем людям, кто поддерживает мой канал, не только в комментариях, но и через QR-код Яндекс.Чаевые, большое спасибо вам. Ой, некрасивый реверанс получился еще раз. Большое спасибо вам. Здесь мое платьишко виртуальное. Честно, большое спасибо. Мне очень приятно. И так как в этой копилке копятся денежки, я сейчас, знаете, на что собираю? На пульсометр. Хочу во время наших съемок, у меня есть старый телефон, iPhone 7, древний, я хочу на нем сделать запись с экрана, подключить его к моему будущему пульсометру вот здесь и вывести вам на экран, потом сделать запись с экрана с этого телефона и вывести на экран количество калорий и мой пульс в текущее время. Мне кажется, вам будет интересно понаблюдать за моим пульсом в настоящий момент времени на этой тренировке, когда я выполняю те же упражнения, что выполняешь ты, за количество сожженных калорий. Мне кажется, это будет здорово. И так как вы щедры со мной, я хочу разыграть 1000 рублей за самый залайканный комментарий. Пишите комментарии, лайкайте комментарии друг друга, и ровно через месяц я отправлю 1000 рублей за комментарий, который собрал наибольшее количество лайков. Следующие 10 упражнений будут абсолютно других, и так как мы после перерыва позволим себе выполнить дьявольский жим. Я еще раз повторюсь, что это упражнение не я так называю, а оно так называется. Поехали. Расположили гантели на коврик, сделали бёрпи и выброс гантелей над головой. Так как у нас тренировка без прыжков, вы можете делать это с помощью отшага. Но я так теряю слишком много времени, поэтому я буду отпрыгивать. Для тех, кому нельзя делать прыжков, делаем с отшагом. Еще. Есть! Последний раз делаю. Супер! И так как мы сейчас здорово с вами потрудились, а я искренне на это надеюсь, чтобы успокоить пульс, который скоро здесь будет на экране, между таймером и упражнением, которое... И группа мышц, которая сейчас работает, будет пульс. Не знаю, вам интересно вообще такой вариант? Вы напишите. Напишите в комментариях, если его пролайкают большое количество раз, вы получите 1000 рублей. Ровно через месяц. И, пожалуйста, проверьте, чтобы вам уведомления от YouTube приходили, чтобы я могла потом с вами связаться. Чтобы мы потом списались с тобой, допустим, в Телеграм, ты отправишь мне свои реквизиты, я тебе скину денежки. Фух. Ого! Как это все быстро случилось! Следующее упражнение – это пуловер. Мы ложимся сейчас все дружненько на спину, берем одну гантелю за гриф, выравниваем ее над собой. Сейчас на вдохе нужно будет отвести гантелю назад, на выдохе вернуть ее на место. Важно здесь не увеличивать прогиб в пояснице, когда гантеля заходит за голову. Вот так. Вдох, на выдохе подняться. Следующее упражнение у нас будет без веса, но менее приятное, чем это. Такой вот парадокс, вроде бы без веса, да? Я поменяла гантели, я вообще до сих пор снимаю с весом 8 килограмм. Сейчас снимаю с 10 и выполняю те же упражнения вроде, но ощущения максимально другие. Помните, я вам говорила, что наше тело адаптируется к нагрузке. А для меня эти тренировки точно такие же, как и для вас.
Фух, поэтому я хочу, чтобы... Я хочу тоже быть эффективной. Медвежий шаг у нас дальше. То есть мы из позиции на четвереньках поднимаем колени и делаем шаги. Здесь будет работать плечики, передняя поверхность бедра. Не знаю, найду ли я картинку, чтобы продемонстрировать вам мышцы, которые здесь работают. Но если я на всякий случай не прикреплю картинку, озвучиваю вам. Угу. Дальше. Дальше, дальше, дальше. О, как хочется пить водички. Еще, 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 еще. Вот и все. И это упражнение окончено. Дальше у нас выпады с двумя гантелями. Сплит-выпады. Одна нога спереди, вторая сзади. Начинаем с правой. Следующий отрезок времени будет на левую ножку. Лопаточки приведены даже, когда мы находимся внизу. Не даже, а особенно, потому что они имеют свойство расходиться. То есть гантели, которые мы держим в руках, они под воздействием силы тяжести раздвигают наши лопатки в обратную сторону. То есть мы пытаемся их свести, держать сведенными. А противовес делает обратную нашу работу. Поэтому мы должны ей противодействовать. Фух. Отдыхаем. И все то же самое мы делаем над левой стороной. Берем гантели. 20 секунд. Летают. Поехали. Один. Опять начинаю считать. Да что ж такое? Угу. Супер. Еще давим во впереди стоящую пяточку. Поднялись, выдохнули. Окей. Еще. Супер. Еще давайте. Несколько повторений осталось, и мы будем делать жим гантелей на грудь. Хорошо? Теперь, когда мы будем ложиться на жим гантелей, пожалуйста, ложитесь сразу же с утяжелением. Не надо брать, ну, смотря опять же, какой у вас вес. Брать гантели из положения лежа максимально неудобно. Фух, поехали. Вдох, выдох, толкаем. Хорошо, хорошо. Развели гантели. Это вам не отжимание. Здесь можно покайфовать. Фух. Развели, выжили. Развели, выжили. Пресс напрягается. Огонь. Огонь. Следующее упражнение у нас боковая планка. Мы начинаем, располагаемся. 20 секунд у нас на то, чтобы поменять положение тела. Я начну. Ой, получилось, что с левой, но желательно с правой начать. Боковая планочка, стоим в этом положении. Расслабляемся, получаем удовольствие. Если вам некомфортно плечо, вы можете поиграться с предплечьем, либо с положением локтя. В идеале локоть должен быть под плечом. Здесь мы не провисаем. Пожалуйста, подтяните бок, подсократите пресс. Стоим, 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 получаем удовольствие от процесса. А если можно так выразиться... 5 секунд осталось. 5, 4, 3, 2, 1. Позволю себе упасть раньше времени. Фух. Укрепляем кор с вами. Чтобы на других упражнениях он был крепок.
устойчив. Кстати, это проблема всех новичков, кто приходит в тренажерный зал. У них мышцы кора максимально не развиты. Ну, в принципе, как и все остальное. Поэтому им, допустим, даже плие приседания с гантелью, там у них живот весь танцует, он не укреплен. Поэтому нужно такие упражнения иногда включать, что я и делаю, собственно говоря. Следующее упражнение у нас тоже статическое. Будем выполнять стульчик. Вы можете делать его у стены. Я буду делать его без нее. Попробую взять одну гантелью даже. Возможно, я ее сброшу и на 20 секунде пожалею об этом. Но я тот человек, который бросает себе вызовы. Да поможет мне Бог. Сажусь до такой степени, чтобы у меня бедро отпараллелилось с полом. То есть было на одной линии с полом. И стою в этом положении. Уже начинает забиваться передняя поверхность бедра. Уже начинает мой мозг говорить, зачем тебе было брать эту гантелью? Все это случается, конечно, но... Я стою. Угу. 5 секунд осталось. 5, 4, 3, 2, 1. У-ху! Кто со мной выдержал? Стульчик с весом. Поднимите руки в комментариях. Напишите в комментариях. Очень важна ваша обратная связь. Я обожаю читать комментарии под тренировками. Смотреть, с каким весом вы отрабатываете этот объем работы, который нам, допустим, на сегодняшний момент задан. Это здорово. Отдыхаем. Давайте попьем водичку, восстановим дыхание и начнем третий круг. Также в описании под этим видео вы можете найти две ссылки на мои закрытые марафоны «Трансформация» и «Ешь, тренируйся, живи». Перейдя по ссылке и оплатив пост, вам будет доступна ссылка на все 12 тренировок. Тренировки организованы по плану, очень интересно, правильно структурированы. Тренировки по 40, 50 и по часу. Да, там нагрузка хорошая, поэтому я думаю, вам точно понравится. Если вы хотите больше тренировок со мной, смело переходите, оплачивайте. Цена на самом деле символическая. 124 рубля за одну тренировку. И то, не с учетом комиссии, приходит гораздо меньше, но спасибо и на этом. Я благодарю судьбу и за это. Следующее. У нас касание плеч из планки. Касание плеч и касание стоп. Такую маленькую деталь. Касание плеч и касание стоп. Хорошо. Касание плеч. Касание стоп. Планка у нас ровная. Ягодицы не задраты в потолок, в воздух. Угу. И еще. Следующее упражнение – подъем на носки из позиции сумо. Мы берем одну гантелью, ставим стопы очень широко, прямо очень широко, и разводим носочки в стороны. Колени следуют за носками. Из этого положения нам нужно встать на носки, опуститься. Икроножные мышцы, внутренняя поверхность бедер. Передаем им привет. Они здесь работают. Хорошо. На носки и обратно. Встаем на носки и обратно. Ага, еще давайте. Подъем на носки. Обратно. Внутренняя поверхность бедра уже начинает чувствовать это напряжение. А мы не встаем тем временем. Давайте я вам расскажу, какое у нас следующее упражнение, чтобы отвлечься. А, уже не надо. Хотя как не надо? Жим гантелей на плечи одной гантели.
Так, я беру ее за два блина, так как я не взяла сегодня вес поменьше. И жму ее над головой. Напрягаю мышцы живота, чтобы излишнего прогиба у меня не было в пояснице. Выдох наверху. Наш кор, который мы только что прорабатывали, крепкий. Он не дает нашему телу гулять. Еще. Ах, здорово. Мы ложимся лицом вниз, готовим себе гантелью и будем сейчас выполнять сгибание голени лежа. Блин, мне так нравятся тренировки без повторений. Они интересны. То есть ты делаешь упражнение. Поддержите меня, если думаете так же. Ты делаешь упражнение и не знаешь, что тебя ждет дальше. И в этом есть какая-то небольшая интрига и интерес. Мы колени соединяем. Таз у нас прижат к полу. На вдохе разогнуть до касания одного блина пола. На выдохе согнуть ноги в коленном суставе. Это упражнение направлено на проработку задней поверхности бедра, бицепса бедра. Хорошо. Аккуратно спускаем и поднимаем. Хорошо, я аккуратно опускаю гантели, так, чтобы меня не выгнали отсюда. Укладываю ноги на пол, руки выставляя вперед, и будем выполнять упражнение гиперэкстензии на нижнюю часть спины. Наша задача — приподнять корпус, привести лопатки, увести локти вниз, к поясничке. Хорошо, хорошо. Еще несколько повторений и будем делать упражнение на наши любимые ноги. Румынская тяга на одной ноге. Нас ждет следующее упражнение. Мы прорабатываем сначала одну, допустим, правую ногу. Мы всегда стараемся с нее начинать. А затем после небольшой паузы левую ногу. И начинаем делать наклоны. Давайте повернусь сюда. 40 секунд работает одна нога. 40 секунд работает вторая нога. Здесь постараемся направить поток воздуха в ребра. Дышать не в живот, а в ребра. Направлять весь поток воздуха. Хорошо, внутренняя нога, та, что находится сзади, колено не заваливается внутрь. Хорошо, есть, опустим гантели, чтобы немножко наши руки, кисти, хват отдохнул. И все то же самое мы делаем на левую сторону. Здорово, да? Давайте возьмем, приготовимся и начали. Угу. Умница. Лопатки соединены, приведены. Так правильнее сказать, их нельзя соединить. Слишком далеко они друг от друга находятся. Ага, еще надо. Таз назад, выпрямиться. Таз назад, выпрямиться. Вдохнуть в ребра, активировать нижнюю часть живота на подъеме. Хорошо. Сейчас мы делаем узкие отжимания. Мы ложимся на коврик лицом вниз,
располагаем руки на уровень груди и очень-очень близко, прям под грудью. Задача подняться настолько, чтобы наши руки в локтевых суставах выпрямились. Упражнение не тяжелое, направлено на укрепление трицепса. Поэтому здесь мы можем немного почистить, сделать большее количество повторений. Но опять же, не тяжелое, это все зависит от веса вашего тела, особенно верхней ее части, потому что руки ее поднимают. Огонь. Так, следующее, the next exercise is bridge, мост, ягодичный, глут. Уроки английского языка какие-то вошли в чат только что. Опустить, поднять таз и сжать наверх, наверху ягодичную мышцу, сократить. Вдох, когда мы выжимаем, мы делаем мощный выдох. Здорово, и еще. Угу, еще. Хорошо, еще надо. Если у вас забивается очень сильно передняя поверхность бедра от ягодичного моста, говорю вам это на будущее, поиграйтесь с постановкой стоп. Если у вас забивается передняя поверхность бедра, значит голень слишком близко расположена к вашему телу. Сделайте маленький шаг вперед и сместите немножко нагрузку. Так, следующее упражнение заключительное. Это сгибание рук на бицепс. Так как у меня гантели тяжеловаты для маленькой мышечной группы, я буду делать это поочередно, чтобы пока одна, допустим, правая рука поднимает, левая, чтобы немножко пришла в себя и вывезла следующее повторение. Если у тебя легкий вес, 4-3 килограмма, делай это упражнение одновременно. Окей? Ага, еще надо. Еще согнуть, разогнуть. Согнуть, гантелю не бросаем. Аккуратно возвращаем ее в исходное положение. Дарим себе аплодисменты. Большое тебе спасибо за эту тренировку, за компанию, за то, что ты позволяешь проводить время вместе. Если тебе понравилась эта тренировка, пожалуйста, жми под ней лайк, пиши комментарий, подписывайся на канал, если вы здесь новенький или новенькая. И мы плавненько приступили к растяжке. Я согнула одну ногу в коленном суставе и расположила ее за внешнюю сторону противоположной ноги. Внешнюю сторону колена я обнимаю, натягиваю позвоночник стрункой и разворачиваю его в противоположную сторону, чувствуя натяжение ягодичной мышцы. Все то же самое мы делаем на другую сторону. Ногу как можно ближе, обнять ровный корпус, развернуть в противоположную сторону. Супер. Стоим, стоим, стоим. Ага. Все, закончили. Одну ногу теперь давайте справа, и мы начнем. Я сгибаю в коленном суставе аккуратно на предплечьях. Я располагаюсь назад. Мы должны здесь почувствовать натяжение передней поверхности бедра. Если вы его не ощущаете, вы можете лечь. Но колено не должно быть подорвано таким образом. Колено четко устремлено вниз, в пол. Тянемся. 5, 4, 3, 2, 1. Эту же ногу я выпрямляю в коленном суставе. Беру ее за голень, носочек натягиваю на себя. Слежу здесь за тем, чтобы она у меня не согнулась. Если у вас недоразгибается нога, скорее всего, вам не хватает растяжки в задней поверхности бедра. Обратите, пожалуйста, внимание, как вы делаете румынскую тягу. Не делаете ли ее за счет
сам наклон, не делаете ли вы его за счет поясничного отдела позвоночника? Эффективны ли вы на растяжке после тренировки, а не просто там лежите, смотрите, как Ирка тут растягивается, да? А вы такие, да, потом. Это все имеет значение, имеет смысл. Не просто так я отбираю минуточки из вашей жизни. Я все ценю. Спасибо вам за то, что вы со мной. Несмотря на такое изобилие фитнес-блогеров, вы тренируетесь со мной. Мне очень приятно. Большое спасибо за ваш выбор. Я это очень-очень ценю. Носочек натягиваем. Натягиваем, натягиваем и разгибаем. Не даем колену согнуться. И тянем, не просто держимся, а тянем ногу к себе. Угу. Все. Здорово. Садимся на голени, закидываем правую руку за голову, стоим в этом положении, не просто, опять же, держимся, я руку склоняю, вниз получается, и противоположную сторону. 5, 4, 3, 2, 1. На этом я сегодня с тобой прощаюсь. Большое спасибо, что ты эти 40 минуточек провела вместе со мной. Буду благодарна, если ты пополнишь мою копилку Яндекс.ТВ, оставишь комментарий, подпишешься на канал, и, возможно, именно ты выиграешь эту 1000 рублей. Искренне. Твоя Синдерина 1. Пока-пока.